Бог не открывает дверь мудрости тем, чья Библия закрыта. Бог посылает нам испытания, чтобы мы, преодолевая их, укреплялись и возрастали духовно, а не отчаивались. Где бы мы ни были, что бы мы ни делали, мы всегда, абсолютно всегда нуждаемся в Боге. Вера откроет дорогу, надежда поможет нам встать, любовь даст силы дойти до конца. Говорящий правду достигает трех вещей – доверия, любви и уважения. Идеальных нет. Есть любимые, а любимые всегда самые лучшие. Чтобы научиться любить, нужно понять Божий принцип. Любить не за что-то, а любить несмотря ни на что. Простота – одно из самых лучших качеств человека. Для того, кто верует, нет вопросов, а для того, кто не верует, нет ответов. Твоя любовь к Богу видна в твоем отношении к ближнему. Доброе утро, мой драгоценный друг!